Ah!
Видела Сигрун, как она? Когда Кратос освободил ее от проклятия, она лишилась телесной формы и до сих пор ее не обрела. Но все равно старается помогать как может. Хотя на самом деле, это я перед ней в долгу. Вряд ли она так считает. После своего освобождения она только и говорила о том, как тебя уважает. Хочешь отплатить ей, просто покажись в своем обличии. Вот это место. Тихо. Посмотрим. Вон там. Что именно? Еще одну иллюзию. На этой стене. Норны что-то спрятали. Кратос, я чую, что Норны здесь.
готов. Ничего. Еще один тупик. Засада! За тобой, брат! Становиться все опаснее. Значит, продолжим искать. Вернемся к волкам? Что там наверху? Я ничего не чувствую. С норнами это не связано. Но может быть любопытно само по себе. Что это там такое? Я работал и научился делать кое-что новенькое. К вашим услугам. Что для Фреи? Работает? Скажите, что да. Что тебе нужно?
разожгу печь. Подходит. Нужно что-то конкретное? А королеве Валькирий? Носи с гордостью. Давненько я не делал украшений. Будет здорово смотреться, даже в крови.
Есть идея? Береги свою броню, и она сбережет тебя. Жаль сокровищницу Тюр. Еще один знак Йотур Лунды. Я куплю все, что вы оттуда принесли. Еще один кран. Хорошо, это работает!
Еще спящий зверь. Дело рук Альвиса Камнеступа. Грустно видеть, во что превратилась родина Сигрун. Знаешь, Мимир, если захочешь прогуляться по ее царству, кое-что тебе может не понравиться. Ну, любила кого-то до меня. Не самое страшное, что можно узнать о любимой. Да, не поспоришь. Самое время нам наведаться к древу воронов. Будь начеку! Музыкальный инструмент. Он с твоей родины, да? Играть умеешь? Да. Сыграешь? Нет. Go!
Вон, посмотри. Прекрасно. Может, руны поведают нам что-нибудь об истории этого места? Не может быть. Может. О, Мимир. Смотри, вторая часть ключа от хранилища. Собрали ключ, можно возвращаться к сокровищнице. Посмотрим, что за богатства там лежат.
Если хочешь пробудить тролля, понадобится другой артефакт. Король Хельги перебил всю ее семью, поскольку не мог заполучить Сигрун. Лишь ее брат, принц Даг, выжил и убил безумного короля. Сигрун и ее брат из-за этого повстали. За все то время, что мы с Сигрун провели вместе, она ни разу об этом не упоминала. Может, ей нравилось, как ты на нее смотришь. Волки снова взяли след. Брать туда, куда они смотрят. Ты сказала, одно из проклятий Одина ослабло от Фимбулвинтера, но тебе нужна была помощь. Это Сигрун помогла тебе вернуть боевой дух. Ах, вот как Один описывал проклятие, которое не давало мне себя защитить. А, так вот где я это услышал. Хочешь, расскажу, как оно работало? Что оно со мной сделало? Чего мне стоило, наконец, от него избавиться? Я? Нет, наверное, уже не хочу. Правильно. Thank you.
на троне. Кратос! Владыка Даггар. Мне не верится, что он еще здесь. Владыка Даггар? Этот мертвец — брат Сигрун. Как он тут очутился? Фрея, почему ты не отвечаешь? Уверен, что хочешь это прочитать? Нет, брат. Давай ты. Сигрун прокляла брата за то, что тот убил безумного короля. Нет. Правда? Она не знала, что король убил всю ее семью. А когда узнала, было уже поздно. Проклятие было наложено. Вот почему она стала валькирией. Чтобы искупить вину. Ты же знала о семье Сигрун?
да, Фрея? Я не могла рассказать. Забавно. Теперь я только сильнее ее люблю. Она выбрала меня, несмотря на мои ошибки и недостатки. То, что и у нее они были, сближает нас. Отрадно слышать. Еще одна схема Твалина. Ты говорил про совесть. Да. Он понял, что асы будут использовать его оружие, чтобы перебить его собственный народ. Так что он вырвал страницы со схемами и разбросал их. Что с ним стало? Всеотец об этом узнал. И слегка огорчился. Понимаю, это Сигрун помогла тебе вернуть крылья Валькирии. Они были там, где я и думал. Нет, но Сигрун и впрямь помогла. Все твердило, что я должна отпустить свой гнев, но все равно мне помогла. Если грядет Рагнарёк, вам лучше подготовиться. У меня, к счастью, есть что предложить. Я сделаю все, что нужно. Разрезающие сердца, ярость небес. Только не сломайте. Вот это место. Нужно забраться наверх. Сюда. Вон там.
Ты сможешь пробиться через лед? О, норны возводят стены из волшебного льда? Нет, это просто застывшая вода. Снова твои друзья. Сюда я их не звала. Стреляют сверху! Ничего, пройдет! Не справишься! Огонщики слева! Не знаю, как норны умудрились заставить налетчиков их охранять. Хотя, полагаю, те даже не понимают, что делают. Фрейя, спасибо за помощь. Я знаю, для тебя это не было главным. Чем скорее мы найдем твоего сына, тем скорее ты сможешь собраться. Надеюсь, все получится. И все же, спасибо. Это очень мило, но может оставим сентименты для более приятного места? Мне кажется, это выход, а не вход. Я согласна. Норн мы найдем выше. Малыш.
Сей раз отчетливее. Нам сюда. Мы нашли их. Вечно находишь только с третьего раза. Надеюсь, не один я слышал странный шепот. Похоже на зуд в голове. Это значит, мы вошли в их владение. Будьте готовы ко всему. К иллюзиям. Возможно, к видению. Но точно не знаю. Кто знает, кого еще они обманом заставили их охранять. Чудесно. Он не может изменить.
Он вроде выглядит реально. Не обольщайся. То, что в твоем разуме, тоже будет реально. Причем не самые приятные. Они должны знать, что меня не напугать. Go!
ну началось. Советник королев, веселый лесной скитанец, Робин добрый мал. Дай угадай, я занудный всезнайка и не могу измениться. Видишь, забыла умнейшего из живущих. Ну, звенит, как настоящее серебро. Знаете, во всем этом есть и хорошее. По крайней мере, нам не придется представляться. Не слишком надейся на репутацию, Мимир. Они видят всю жизнь тех, кто приходит к ним. Фантом! У Норн есть фантом? Ну, конечно, у Норны есть фантом. Язва! Скорее в атаку! Сначала ядро, потом ракет! Есть фантом? Ну, конечно, у Норны есть фантом. Ярва! Светится! Значит, можно бить! Go!
ребра! Вот так! У меня шея заледенела! Сзади, Крагас! Фантом! У Норн есть фантом? Ну, конечно, у Норн есть фантом! Оглушили!
Фантом! У Норн есть фантом? Ну, конечно, у Норн есть фантом! Ядва! Продолжай, в том же духе! Оглушили! Наступаем! В атаку! Ясно!
Сюда. Норны где-то совсем рядом, в пещере. Этот внутренний суд. Обычно мне нравится, когда дамы шепчут мне на ухо, но это начинает раздражать. Ты знал, что когда тебе страшно, ты трещишь безумно? Страшно? Хочу тебе сообщить, что я очень глубоко обеспокоен. А сбивать градус напряжения юмором – это святая обязанность каждого спутника. Ты как ты смеешь? Трещишь. Главный вход. Я пытался остановить его как мог.
смеешь ждать! Ты служил Одину с первого дня и на того, что он заточил меня в дереве! Ты искал его милости, планировал его битвы, смотрел, как он издевается над всем и всеми! И тебе было наплевать, пока он не врезал тебе! Я знаю, Сигрун, все это правда! Но я изменился к лучшему! Я стал поборником мира, другом для всех, кто... Ты был другом Фрейд, когда она страдала! Другом Скади, Гром или Титани! Ты всегда поддерживал мужчин, которые их изводят! Брат, осторожно, это не... Даже теперь жестокий бог что-то ищет! И ты просто обязан ему помочь и называть его братом! Это не она. Нет. Разумеется. Ты сделал, что должен. Брат, дерево, меня затягивает. Эмир! Дед, помоги мне, чудовище! Атрей, я иду! Почему ты не поверил своему сыну? Я не хочу к нему! Атрей! Мне страшно! Почему ты не принял его таким, каким он хочет быть? Я не хочу назад! Он убил тебя! Я сделал это! И теперь он мой! Он убил свою семью! Атрей! Я здесь! Атрей, я иду! Почему ты не поверил своему сыну? Я не хочу к нему! Атрей! Мне страшно! Почему ты не принял его таким, каким он хочет быть? Я не хочу назад! Атрей, я иду! Почему ты не поверил своему сыну? Я не хочу к нему! Атрей! Почему ты не принял его таким, каким он хочет быть? Я не хочу назад! Он убийца! А я сделал назад! И теперь он мой! Он убил свою семью! Атрей! Я здесь! Он плохой бог! Он меня поглотит! С
Тикси, отец, помоги, он чудовище! Вроде бы все. Мы прошли испытание. Я бы не назвала это успехом. Ну, зато дверь исчезла. Или всего этого и не было. Они с нами играют. Что это? Келпи! Вообще-то здесь они не водятся. Это их Келпи. Она отведет нас к ним. Я ее попрошу. Тише, тише, девочка. Хорошо. Не хочешь рассказать, чем норны испытывали тебя? Нет. Садись. Вот и умница. Чудные существа, но славятся дурным нравом. В моих родных краях детям говорят не ходить к озерам, а то келпи утащит их на дно. Конечно, ни одна знакомая мне келпи так бы не сделала, если ее не оскорбить. Они ходят по воде? Да. А в Греции нет волшебных водяных лошадей? Там есть гиппокампы. Они служат богу морей. Я убил одного, стоя на Титане. Кажется, эта тема ей не нравится. Тайное пристанище судеб. Знал, что мы доберемся. Кратос, Фрея и головами мира нерешительно вступают в дом Норн. Они, наконец, пришли туда, куда стремились. Кратос говорит первым. Я ищу сына! Ты ведь знаешь, что он в Асгарде. Нет, ты хочешь того же, что и все, кто нас ищет. Узнать конец своей истории. Призрак Спарты мрачно и угрожающе хмурится. Подавляет желание зарычать. О, не вышло. Вы приходите, жалкие архетипы, в поисках свободы от своих ролей. Как будто, если вы будете знать реплики, то сможете менять их. Говори проще. Ты умрешь, Кратос из Спарты. Но ты назвала его разрушителем судеб. Должен быть способ изменить судьбу. Судьбы не существует, Пак. Главные герои безмолвствуют. Они не понимают. Нет никакого великого плана, никаких ролей. Есть лишь ваши решения. Только они так предсказуемы, что мы кажемся вам провидицами. Когда родился мой сын, заткнись! Твое пророчество гласило, что он умрет бессмысленно. Так и есть. Потому что ты не могла его отпустить. Потому что он жаждал отмщения. И потому что ты убиваешь богов. Но Кратос сделал это не из ненависти. Мне выдать ему за это награду? Он продолжает убивать богов, но мучается совестью. Вы сумма своих решений, вот и все. А поскольку твои решения одни и те же, ты узнаешь, что Хеймдаль хочет убить твоего сына в Асгарде. И сделаешь то, что привык делать.
потом Рагнарёк. Небо горит, завесы спадают, все уходят. Хеймдаль. Он так ничего и не понял. Помнит лишь про второй акт и забывает о финале. Типичная ошибка персонажа. Мы уходим. Он уходит, и Фрей идет следом. Твоя история развлекла меня, Кратос. Жаль, что она так быстро закончится. Ну, это было познавательно. Давай уйдем отсюда. С радостью. Так лучше. Все понемногу приходит в норму. Стой. То дерево. Надо же, как интересно. Что это? Это петля, брат. На ней повесился Один в рамках своего бесконечного безумного поиска секретов жизни, смерти и всего такого. Что ты делаешь? Это зачарованная вещь, важная для Одина. Она может мне пригодиться. Брат, то, что они сказали... Не случится. Нет, я не спорю. Не случится. Мы не позволим. Ну, разумеется. Вопрос в том, как это сделать. Ты ведь не всерьез размышляешь о том, чтобы убить Хеймдаля. Я сделаю то, что должен. О, и это все. Зря отговариваешь, Мимир. Ты ведь знаешь Хеймдаля. Я не спорю с тем, что он злобный и коварный ублюдок. И он так предан Одину, что тот доверил ему Гьялархорн. Так что если будет возможность убить его до начала Рагнарёка, лучше это сделать. Учитывая его дар предвидения, это если просто фантастических размеров. Даже если предположить, что всем нам нравится идея спланировать его убийство, а я, честно сказать, от такого уже отвык, мы не сможем подобраться к Хеймдалю и уж тем более его убить. Я убивал богов и посильнее. Не сомневаюсь в этом, но я веду речь о другом. Там что-то есть. Смотри. Думаю, мы не поняли, что имели в виду нормы. У всех нас свои привычки. Твоя — бросаться навстречу опасности, чтобы защитить тех, кого любишь. Я не намерен меняться.
в этом вопросе. Да и зачем? Вот у меня, похоже, привычка убивать тех, кого люблю. Фрейя. От тебя утешение, мне. От вас обоих. Их слова были жестоки. Мы оба не верим. Правда бывает жестока. Кто-то хочет с этим поспорить? Нет. Но к смерти Бальдра привело многое. В том числе пророчество. Что ты имеешь в виду? На моей родине немало историй о тех, кто, пытаясь обмануть пророчество, помог ему сбыться. Так вышло, когда Фрей хотела защитить Бальдра. И когда я обвинил сына в желании отправиться в Асгард. Тогда дело ясное. Ну, попытаться убить Хеймдаля. Нет. Если нужно убить Хеймдаля, чтобы спасти Атрея, я убью Хеймдаля. Как ты можешь говорить такое, зная то, что знаешь? Если Хеймдаль угрожает жизни моего сына, я не стану ждать. Это в моей природе. Отличный ход, Нормы.